могу пропустить начало. Некоторые люди из-за этого не заморачиваются. Они опаздывают на 10, даже на 15 минут. Осел! Но не я, ох, я должен увидеть все, даже анонсы, особенно анонсы. Осел, смотри, ничего пока не началось, ясно? Так что сядь. А, ну хорошо, тогда хорошо. Осел, ты сидишь у меня на коленках. О, извини, Шрек. Наша сказка начинается с конца. Собрав остатки сил, умирающий король Гарольд назвал Шрека своим преемником на троне 39-го королевства. Ты унаследуешь трон. Но встревоженный Шрек, думая о долге, славе и неприятности, которые поставляются в комплекте с короной, умолял короля передать трон кому-нибудь более достойному. Ну давайте вы все думайте! Тогда, уже едва дыша, король-лягушка подарил Шреку слабую надежду. Есть другой. Но Шреку, ослу и коту в сапогах придется отправиться в путешествие, чтобы найти давно пропавшего кузена Фионы Артура и возвести его на трон. Тогда бесстрашный Шрек ринулся к захваченным пиратами докам, чтобы начать свое путешествие. И он сделал бы это, если бы не был вынужден до того выполнить важную королевскую обязанность. Ну давай, выходи, Шрек, не может это быть так уж страшно. Это совсем не так страшно, Шрек. Это роскошно. Ты выглядишь по-королевски в чем-то. Ладно, с меня хватит. Я это не надену. Мой принц, настало время для королевской трапезы. Я не пойду. Боюсь, мой лорд, что в этом вопросе у вас нет выбора. Королевские слуги, атакующие строй скипетр 12-Б.